Сегодня 15 сентября 2019 года. Вот у меня здесь растет один куст сорта в теплице. Преображение называется. Куст очень такой сильнорослый. Вот ему третий год. Фактически вот он на третий год выкинул вот такие вот, грозди огромные. Вот, в принципе, по времени, хоть сейчас и сентябрь, и в теплице, я, к сожалению, не проредил его, не сделал, необходимые, будем так говорить, условия не совлял. Только полив был хороший, вот. Ну, вот видно, что вот он начал созревать, вот он такой достаточно красивый. Розовый. Темно-розовый должен быть цвет. Вот одна из веток вот начала розоветь. В принципе, сахар он уже набрал практически. А вот это вот, вот эти грозди, они еще не набрали сахар. Но пока еще морозов нет, тем более в теплице. Я пока его не снимаю, еще, наверное, недельку повисит. Вот. Куст очень-очень такой сильно рослый на самом-то деле. Его приходится постоянно обрезать. Ну, я практически его правильно использовал, правильно подвязал. Единственное, что вот у меня в соседней стороне как раз тут Бьянка, Онтарио, Альден растут. Вот, я их загустил, поэтому солнце как раз не проникало. И, соответственно, сам куст, виноград еще не вызрел до конца. И вот здесь, видите, вот у меня много листьев, их тоже надо было пообрывать. Вот, потому что солнце для винограда нужно обязательно. Без солнца он не вызревает в том виде, в котором должен быть. Поэтому не повторяйте ошибок именно таких, как сделал я. Вот. Ну, соответственно, если будете правильно все делать, то виноград у вас будет хороший, вкусный, сладкий. И будет вовремя созревать. Хотя этот год, 19-й, был не очень хороший, потому что июль месяц было холодно, как сейчас, где-то плюс 12, плюс 15 градусов. Вот. Не выше. И шли дожди. Но виноград, я думаю, что за неделю он дойдет. Еще раз напомню, это сорт преображения. Вот такие вот красивые большие кисти у него, грозди. Вот, соответственно. Ну, это виноград еще молодой совсем. То есть на следующий год я надеюсь, что он будет еще больше, даст и кистей. И при правильном уходе будет вовремя созреть.